В связи с повышением уровня воды в реке Седьмом Ауле города Кульсары подтопило 3 дворовых территории. Это было зафиксировано сегодня около 6 часов утра. Потоп вышел за границы специальных дамб, сооруженных в седьмом селе, и дошел до нескольких домов. Из 3 домов эвакуировано 10 жителей. В борьбе с чрезвычайной ситуацией задействовано 100 сотрудников и 30 единиц техники. Сейчас ведутся работы по строительству дополнительной дамбы и укладке мешков с песком. Я могу посмотреть, что там. Что там? Что там? Что там? Что там?